Ассаламу алейкум. Приветствую, друзья. Попали, короче, вот такую засаду. Вот такая дорога. Не поднялись, короче, с первого раза. Сейчас думаем надеть цепи. И дальше будем пробовать на подъем идти. Много снега очень. Сейчас до ровной площадки спустимся, перекинем цепи. Все, друзья, вот такая вот у нас система вездеходная, самодельная. Для этого подъема, для этой дороги снежной, вот этой вот серьезной снежной дороги у нас есть вот такая система самодельная. Вот эти вот звенья, каждая сделана вручную, сваркой. Молотком. Купили вот такие, подобрали карабины. Равномерно их затянем, вот эти цепи. И будем двигаться дальше в подъем. Доброе утро! Ассаламу алейкум! Друзья, подписчики, товарищи и все остальные. Вчера доехали до этого села, куда мы вчера с таким трудом добирались. Через эти снежные подъемы оказались в этом селе. Сейчас вот собираюсь на прогулку. Вот смотрите, какое место. О, доброе утро! Кошка тоже здесь наблюдает. Сегодня намного теплее. Вчера ночью было очень холодно. Морозная ночь была. Застревали, выходили, застревали. Ну, кое-как, короче, добрались сюда. Делал вчера ночные съемки. Друзья, дядя Ахмед, к которому мы летом приезжали с Алексеем, с Давидом. Всего этот раз зимой приехали к нему. Вот. Самое хорошее время. Самое хорошее время. Оказывается, зимой совсем своя такая. Совсем другая вода. Да, да, и, да, да. Действительно, и красота, вот да, красота. Совсем другая. Будь здоров! Будет все хорошо, все нормально. Да, зимой здесь очень хорошо. Зимой тут совсем... Летом своя красота. Зимой зимняя красота в Дагестане. Вот, вот селе, а осенью это вообще красота. Золотая пора. Это совсем другое. И осенью придется туда приехать. Осенью здесь не было. Осенью тоже, да. Осенью самое тоже приедем. Самое такое время, да. Короче, кошки это они летом здесь тоже были. На видео были у меня. А? Там крепление для этой камеры. Мы обратно будем ехать. Я камеру сюда ставлю, дорогу будем снимать. Лес, вот этот момент. Вот сними сейчас. Горы. Вообще красота.
Дядя Гамед идет за водой на родник. Родниковую воду. Чай будем пить, да. Чай будем пить. Сейчас мясо там у нас варится, баранина варится. Будем делать хинкал. Вот сейчас, друзья, здесь будет очень вкусный хинкал. Вот это вот баранина только что вытащили. Вот какое блюдо получилось в горах. На таком костре, на такой печи. Хинкал, тесто, картошка на бульоне баранины, вот так вот, с чесноком, чеснок измельченный, сюда добавляется бульон прямо из кастрюли, и все по вкусу добавляется, можно аджику сюда добавить, либо сметану, очень вкусно получается. Сейчас забираем угли из печи, из дома. Идем к мангалу, чтобы пожарить вот, вот это вот мясо, которое уже ждет своего момента. О, сразу запах пошел мяса. Сразу. 2 минуты не прошло. Мощный, сочный шашлык. Сочный и молочный. В горах Дагестана. Ламетхол тоже из дома вышел на улицу к нам проверить, как мы жарим шашлык. Осталось только покушать. Это очень хорошо ходишь вообще. Даже очень хорошо. Сегодня думали уехать отсюда. Ну, куда отсюда уезжать? Когда? Здесь только все интересное начинается. Да. Начало не так было, конец очень. Хороший, прекрасный. А лавашти говорят, да? Бомба шашлык, это человек, знающий человек сделал. Как это было? Спец. Спец шашлык, да. Каждый не может делать, а это такой шашлык. Каждую работу свой специалист есть. Приглашаем всех на шашлык. Все, друзья, в очередной раз побывали в Селекеле. Да. Дядя Гамед в гостях были. Покидаем сегодня это место. Ну, 2 часа ночи почти. 2 часа приехали ночи, да. 2 часа ночи уезжаем, короче. Осенью приедем, или не знаю, летом, весной, посмотрим, как получится, как по возможности, как получится, как возможность. Мы сюда еще вернемся. Ламет, спасибо. Давай. Все, салам алейкум. Да. Счастливо оставаться вам. Все, давайте, мы поехали, короче, дорогу. Дальше. Да. Все, друзья, покидаем. Это горное село. До скорых встреч всем. Салам алейкум.